эту избушку. А вот она. Вот такая. Он тут, ну, видимо, тоже сам приезжает как в качестве дачки и остальное время под сдачу, потому что здесь озера классные, рыбу ловят. Ну и сами видите. Такие прям сосновый лес. Ночью темень глаз, хоть выкали ни одного фонаря, ничего. А там тетя продает сумочки классные. Я себе купила одну сумочку. Сумочки, поводки какие-то для животных, видимо, сама она шьет эти самые чехлы для телефонов, как маленькие сумочки, большие. Я себе купила сумочку с котиками. Я потом покажу вам. Сосны тут, конечно, просто невероятные высоты, шапка падает. Колено ставить. Вот это как рыцарь. Давай, как рыцарь. Вот так можно и в колено воткнуть. Нет, тогда давай как гопничек. Ну, конечно, не помню. А в яихе. Thank you.
Вот тускан какой-то. Тускантик какой-то, может, даже никакая не белка маленькая. Тускантик вон вот здесь. Опс. Сидит. Ну вот, вот эти вот только такие, только большие а, бегают. Тускантик. Это витамины морские. И утка плавает мертвая, а не утка, это рыба. Да-да, вот. С той стороны есть. Да, видно, как на ответственной дороге. Вот дом тоже, да, вот. Там же нет. А машина стоит внизу. Thank you.
Руку, пожалуйста, покажи. Вертикально, зачем? Вот, посреди леса. Взяли и вот так вот встряли. Thank you.